такую подсветку сделал на кухню себе. Работает она вот так. Вот проводишь. Полосочка на двойной скотч клеится. Дает очень хорошую подсветку. Всем привет, друзья! Вот такую подсветку сделал на кухню себе. Очень эргономично выглядит. И стоит, ну, довольно недорого. Вот так проходит под котлом. И вот здесь. И вот так, ну, сзади котла на скотч приделал его бэбухи. Ну, вот так вот он висит. Значит, работает, вот видите, эта штучка. Работает она вот так. Вот проводишь, оп, выключилась. Проводишь, включилась. Вот смотрите. Выключилась, включилась. Очень даже интересно. Так, ну сейчас я ее выключу и вблизи покажу, что она из себя представляет. Вот такая получается полосочка, на двойной скотч клеится. Вот мой палец, соответственно, размер полосочки очень тоненький. Она водонепроницаемая, силиконовая, внутри светодиодики. Дает очень хорошую подсветку. Все, всем спасибо. Ссылку на эту ленту я оставлю в описании. Всем пока.